Привет, друзья! Привет, подписчики! С вами Андрюха Байкал. Сегодня готовим на природе. Это божественно. В казане, на костре. Блюдо германской кухни. Интересное название. Хоппель-попель. Погнали! Для нашего блюда я взял картошку, я отварил заранее. Свинина, бекон, зелень, петрушка, укроп у меня. Два яйца, сливки обязательно. Соленый огурчик один. Специи черные, здесь у меня тимьян, здесь черный перец, здесь соль вкусная, здесь маслица. Казан сразу поставлю на костер, пусть нагревается. Добавлю масло. Пошла нарезочка, свинину кубиком. Бекон тоже так порежем, не мелко. Соленый огурец, кубик, в яйцо отправляем сливки, делаем замес, сразу порубим зелень, пошла свинина, обжариваем, обжарили свинину. О, парит как. Отправляем картофель. Все вместе обжариваем. Присолим перчик черный и тимьян. Далее отправляем бекон. Все обжариваем. В Германии это блюдо переводится как крестьянский завтрак. Отправляем соленые огурчики. Далее отправляем сливки с яйцом сюда же в казан. Все перемешиваем. Добавим сюда зелени, тушим минут 7. Друзья, сегодня готовили вот такой германский завтрак. Сейчас я его обязательно попробую. Картошечка, мяско. Друзья, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забывайте ставить пальчики вверх. Готовим в казане, на костре, на природе. Всем приятного аппетита. Пока-пока.